И всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, я, Павел Монтик. И, это один достаточно жуткий хоррор. А уже вон, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, во-во-во, видите? Ну, во, видите? Надпись «Поделиться» загорелась красным. Под ней бутылочки, которые надо собирать. Это хоррор, ну, я от него очень, я очень боюсь в него играть очень сильно. Почему Лития? Почему ровная, это полная, вы чё? Ну, я её покупал за 99 рублей. О, мультиплеер. Стоп, ребят. Мне, конечно, мультиплеер — это какой-то новый режим. Я на планшете в эту игру еще играю. Этого режима не было, ребят. Ладно, сниму как-нибудь в другой раз про этот мультиплеер. Продолжить нет сохранения данных. Чего? Мне жутко в это играть, но скажу честно, просто меня на днях попросил подписчик поиграть в жуткий хоррор какой-нибудь. А думаю, звуки с микрофона не будут передаваться. Блин, опа. Хороший. Так, ребят, на это можно забить. Тут, короче, за кого мы... Ну, забить. Так. О, планшет какой-то прикольный, ребят. Ой. Блин, что за фигня? Что за фигня? Так. Прикольно. У меня не было такого планшета. Ладно, ребят. Пока что надо осмелиться. Опа, сходим. Сходим сразу наверх. Кстати, ну, на лестнице тут безопасно. Стоп, вот так. Это как открыть? Чё, лифт? Где-то здесь должна быть дверь. Ну, ребят, это реально. Блин, мне жутко очень в этот хоррор играть. Просто, ребят, ну вы в этот хоррор вот никогда не играли, он очень жуткий. Реально. Я вам правду говорю. Я потом в этот мультиплеер поиграю. Так, пока этой дамы не видно. О, вот лифт. Так, блин. Я почти ничего не вижу. По идее, вот здесь где-то полочка должна быть. Кстати, ребят, я звук отключил. Чтобы просто от звуков не какаться. Это правда. Бывает, что я какаюсь от звуков. Любых. У меня в эту игру всегда батя играет. Так что... Ну, я где-то не знаю, какой раз. Наверное, третий играю раз. Сам вот. Так. Здесь ничего нет. Ну, здесь на самом деле редко где спаунятся колбочки. Так, ребят. Ну, ребят, смотрите. Я, короче, вот... Для подписчика этот видос снимаю моего. Вы тоже можете посмотреть этот видос. Просто, блин, лагнуло что-то. Ничего страшного. Меня просто подписчик попросил. Ну, это... Вот вы... Я кто смотрел хоррор, где я играл в родительский хоррор, те знают этого подписчика.
который меня попросил про этот хоррор снять. И вот он меня попросил про достаточно жуткий хоррор снять. Не, я, конечно, его послушался, снял. Вот, снимаю, да, снимаю, ребят. Вот такой жутенький хоррор. У него не жуткий, недолго будет. Блин, страшно. Ребят, мне страшно. У нее еще скример очень жуткий у дамы. Хорошо, что я звук отключил. Если будет... О, лестница. Если будет скример, то я включу звук. Кстати, зачем я взял эту зеленую штуку так? Опа, наконец. Стоп, я что нашел? Что, да ладно, я реально что ли нашел? Закрою за собой дверь. Хотя не, она умеет открывать дверь. Так, а где камеры? Здесь же камеры должны, по идее, стоять. Странно, ребят, здесь камеры должны стоять. Это реально странно. А может, вот планшет это и есть камера? Устройство не установлено. Куда его установить надо, ребят? Фигня какая-то. Так, не могу поставить здесь. Сверху там было написано. Так. Блин, как-то жутко все-таки. Я скримера не хочу увидеть. Так, потом поиграем как-нибудь на мультиплеере. Стоп, что здесь все завалено, ребят? Странно, я жаль, что здесь прыгать нельзя. Кстати, эта дама плохо в темноте достаточно видит. Блин, мне жутко просто, ребят, пипец, как жутко. Этот хоррор. Блин, что такое? А, скамейка. Мне реально пипец, как жутко играть. Я просто ради подписчика это все снимаю. Может... Давайте уже попробуем эту даму найти. Ну, скример... пока вы не увидите, вы не поймете, что эта игра жуткая. Так что я вам хочу скример показать, а пока она будет скримерить... Я отвернусь, я просто очень боюсь этот скример. Он жуткий. Просто пипец какой. Так, а это какой, кстати, пункт? А, здесь не написано. Ой, не написано. Это блок Б, ребят. Мы сейчас в блоке Б. А, мы здесь были. Ну, ничего страшного, пройдемся еще раз. Если что, это заброшенная больничка. Это что, тубик? Кажется, это тубик. Ну, чтобы для меня, когда я обкакаюсь, туда покакать. Что я боюсь, этот хоррор очень жутко. Ах. Не так... И так мы ничего, кажется, не найдем, кажется. Ну, давайте хоть скример попробуем найти. Блин, жаль, что... Ой, ребят, вон. Блин, чё... Ребят, если что, все. Я выхожу. Не, все. Главное меню. Ребят, я отвернулся, я успел. Извините, что я звук не включал, я просто всего очень боюсь в этой игре. Я скрин.
для этого видоса была как раз увидеть скринер, ребят. И мы увидели скринер. Блин, жутко. Жуть какая! Жуть. Ладно, всем спасибо за просмотр, ребят. Жуткий просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я пока что буду выкладывать видос. Ой,